303 малыша родились в Сарове с начала года, из них 165 мальчиков и 138 девочек. За первое полугодие на свет появилось две двойни. Все чаще родители пользуются суперсервисом рождения ребенка, позволяющим зарегистрировать новорожденного через портал госуслуг без посещения органов ЗАГС. С января в Сарове оформили 20 электронных медицинских свидетельств о рождении. С июля 2022 года по желанию родителей можно указывать в свидетельстве о рождении место жительства родителей, а не фактического появления ребенка на свет. Вот по популярности родительского выбора относительно имен для новорожденных за период, вот, первый квартал 2023 года, у нас в городе среди мальчиков лидирует Михаил, Сергей, это прям показатель, Александр и Артем. А среди девочек лидер, ну, просто лидер, это Полина. Почти 15 записей составлено о рождении с этим именем. На втором месте по популярности среди имен София и на третьем Виктория. Среди необычных – Добрыня, Евангелина, Анисия, Айя, Данис. Снизилось число браков. Всего за полгода в Сарове узаконили свои отношения 142 пары, что на 36 пар меньше, чем в прошлом году. Что касается вот заключения брака, могу сразу сказать, что заявление можно подавать за год до выбранной даты торжества, то есть и бронировать себе время не только путем брони, а именно подавать заявление, либо лично приходить в отдел ЗАГС, либо через портал государственных услуг. А вот число распавшихся семей выросло. С начала года расторгли брак 179 семейных пар. Это на 21% больше, чем в прошлом году. 75% актов зарегистрировано по решению суда. Наибольшее количество расторгаемых браков среди пар в возрасте от 30 до 43 лет. Снизилось количество записей о государственной регистрации смерти. Мы составили 469, почти на 26% меньше по сравнению с 2022 годом за этот же аналогичный период. И что, конечно, радует, увеличилось количество записей о установлении отцовства. Органы ЗАГС напоминают, что семьи, прожившие в браке 50, 60 и 70 лет, постоянно проживающие в Нижегородской области не менее 10 лет, могут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.